Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я покажу, как легко и просто сделать вот такие новогодние фонарики, которые украсят ваш праздник. Основа фонариков будет из пластиковых бутылок. Отрезаю верхнюю часть. Высоту определяем произвольно. Фонарики у меня будут вот такой разной формы. Дно можно закрыть картоном, абсолютно любым. А можно потолочной плиткой. Или вот пищевые лоточки есть из пенополистирола. Свечи, конечно, берем безопасные. Можно взять гирлянду, которую просто туда вложить. Обвожу свечку и обвожу серединку, которую я буду отрезать. Это для того, чтобы можно было поменять батарейку и включить фонарик. Сюда можно добавить имитацию снега, снежинки, в общем, украсить вот эти места. Здесь я подклеиваю на полимерный клей. Такие пенопластовые шарики я заказывала на AliExpress. Шарики эти очень непослушные. Электризуются, разбегаются. У меня есть самоклеящаяся вот такая красивая бумага. И этой бумагой мы сейчас будем все обклеивать. Друзья, можно даже применить не простые ножницы, а вот зигзагообразные различные. Подклеивать я буду с небольшим подворотом вниз, чтобы донышко прихватить и усилить. Вот так красиво, аккуратно все получается. Второй у меня будет золотой фонарик. Раз у меня все блестящее, можно применить еще и синельную проволочку. Так, у меня есть флористическая вот такая проволочка. В принципе, можно любую проволочку взять. Чтобы синельная проволока была пожестче, я ее просто немножко вот так соединю. Прикручиваю ручку. Здесь можно добавить больше интересного объема. Какие-то бусы, пайетки. Может вырезать снежинки, приклеить. Можно делать разноцветное все, не обязательно в одном цвете. Друзья, вот такой самый простейший в исполнении и очень красивый фонарик получился. Включаем. Вот такие лучики расходятся у меня. Я это сейчас все приклеиваю.
Ручку я сделаю так же. Можно еще продолжить украшать, а можно на этом остановиться. Друзья, а я предлагаю вам стать спонсором моего канала Хобби Маркет. Для этого нужно нажать на кнопочку «Спонсировать», которая находится под видео. И там расписаны все условия. А на сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!